Сегодня Умки из зеленого винограда, фиолетового привезла. Зеленый, конечно, поменьше любит, но все-таки. Да, Ума, скажи, разный виноград я буду. На. Вот ты молодец. Сейчас, где тут большая тебе ветка? На, рыбная. На, молодец. Вот и умница. Ну, скажи, разного мне винограда, фиолетового и зеленого. Вон, Умка в своей норе, как берлога прямо. Да, Ума? Ты умница, Ума. Все съел? Подожди, все съел. На, ты умница. Сейчас тебе подожди, на ветке дам. Да? На ветку. Дайте мне на ветке. На, ты умница. Всем спасибо, кто виноград передает. Это как раз для всех медведей. Для всех не спящих. И для маленьких, и для больших. Ну что, ты ручки сложил? На, на. Ручки сложил. Сейчас, Ума, подожди. Куда я тебе огромную ветку притащила сегодня? Вы тогда скажите, мне огромную ветку притащила. На, рыбу. Ты умница, на. Красивый, Ума, какой. Вон тебе, Умка, привет от Люмы. Вон тебе сегодня и фиолетового винограда, и зеленого. Тебе Люма передает. Ну, скажи, передайте мне винограда. Да, Ума. Красивый, Ума, вон на локоток оперся. Красивый. Лохматый сейчас. Лохматый. Был какой-то маленький, общипанный, худой. Сейчас вон какой пушистый уже. Вон ты как лапами держит. Молодец.